Следственный комитет России начал работу по проверке высказываний. Почему-то именно указано экс-генерального консула. Так вот, этот человек у нас уже давно не работает и никакого отношения к Министерству иностранных дел Казахстана не имеет. Я не знаю, что мешало пресс-службе Следственного комитета выдать информацию, что проводятся проверочные работы в отношении гражданина Республики Казахстан, а не экс-генерального консула. Может, хотели заострить внимание, у них это получилось. Так вот скажу, этот человек не имеет отношения к МИДу уже давно, и его высказывания могут оцениваться разными госорганами, нашими, либо российскими, согласно закону. А по какой причине вот он ушел с дипломатической службы? Он ушел, да. Добровольно написал заявление и ушел. Охарактеризовать его как опасного, так сказать, дипломата не можете, да? Нет, я не могу дать характеристику, он в свое время работал у нас и все. По некоторым данным, он не находится на территории Казахстана, якобы он находится где-то в Швеции и попросил там политического убежища, потому что в Казахстане он, на него открыто уголовное дело, он преследуется, уголовно преследуемый. Поэтому, если российская сторона хотела бы проверить, раз он был там, по их словам, мы не знаем, где он находится, пересекал он границу Российской Федерации, если он там был, они могли его запросто задержать. А не поднимать шум вот такой в информационном поле, что экс-генеральный консул.